Добрый вечер, Федин Федор. Со мной впервые за долгое время Дмитрий Мельников, капитан команды «Атом». «Атом» сегодня феерически выиграл запрещенных игроков со счетом 6-1. Дим, как тебе игра? Хорошая игра. Просто хорошая игра. Да, ну, есть проблемы у нас, видите. Какие, например? Такое чуть аналитическое. Как всегда, да? То есть одна проблема – это замена. У нас только такая проблема. Сыгранная сторона как бы приходит, а люди не приходят. А почему люди не приходят? Ну, вот такая у нас организованность у некоторых товарищей. Ну, будем исправляться. Ну, хорошо, хоть получается 8 человек на игру найти. Сегодня 9 было, да? Ну, нет, один на травме, поэтому чуть-чуть вышел, пока я опаздывался. Понятно. И как раз вы потом вышли играть. Да. Слушай, но запрещенные игроки как-то вас уже в прошлом сезоне обыгрывали, а сегодня вот так вот практически в одну калитку было. Что поменялось с тех пор? Ну, самое интересное, что когда они нас выигрывали, в состав, мне кажется, был посильнее. Посильнее у них был, да? Нет, у нас был посильнее. У вас посильнее тогда? Когда мы проиграли, да. Вот. Ну, бывает, что футбол, кто-то выиграет, кто-то проиграет, поэтому не скажу, почему. Но я и у них перестановки увидел. У вас, несмотря на то, что я редко вас комментировал так, но все равно какие-то перестановки видел. Желательно почаще хочется, чтобы комментировал. Ну, спасибо. Я сегодня кое-как с комарами борясь пытался это делать. Подходил ко мне Алик Мартиросян, тоже свою аналитику вставлял. У вас паренек играет, любитель Гарри Поттера, я забыл только что фамилию, без номера на спине в центре поля. Минжулов? Да, Минжулов. Вот. Мы анализировали его крестражи, Гарри Поттера. Алик сказал, что сильный. Мы решили, сошлись на том, что это хорошее. Он в этом сезоне пришел? Ну, в прошлом он буквально 3 игры играл. 3 игры играл, но все равно получается хорошее усиление. Конечно, нет. Я ослабление не делал в команде. Ну, правильно, правильно. Нам тем более это еще друг против друга в этом сезоне играть. Да, я слышал. Да, слышали? Да. Я вот прям жду такой. Готовимся к вашей игре. Да, я только не помню, когда она будет. Следующая у нас со спортскулом. Очередная уже за 2 сезона. Слушай, но цели такие же на сезон? Конечно, побеждать. Побеждать только. Вот не эти все эти третьи места уже надоели, да? Ну, конечно, да? Уже, блин, третий сезон, пора уже все-таки выиграть. Я тоже так думаю. Спасибо, Дим, большое. Все, давай, спасибо. Пока.